Potremo parlare di cripte, dei e antichi luoghi solo quando i nostri nemici saranno morti. Avresti dovuto ucciderlo. Идея с башней была просто великолепна. Толпа разодетых борчуков с помпой посетила штурм и пробежалась по стенам крепости. Только вот настоящая армия умирала на улицах под ними, по уши в крови и в дерьме. Если годы службы меня чему-то и научили, то только одному. Неважно, где ты, в бою или на балу, у тех, кто выше по праву рождения, всегда будут и лучшие места, и лучшее платье. Не нам менять этот мир... Создан королем Фольтестом после первой войны с Нильфгардом, ветераны, профессионалы, лучшие из лучших. Лично отвечал за усмирение предгорья Махакама. Охотник на эльфов, убийца. Дважды награжден за проявленную отвагу. Последние 4 года командовал особым подразделением. Я так ждал нашей встречи. Строил планы, готовил ловушки. А тут, пожалуйста, ты сам явился в мой лес. Видишь гербы? В моей коллекции не хватало только тимерских лилий. Я победил командиров всех особых отрядов на севере. И помни, кто тебя победил, потому что я могу сделать это еще раз. Значит, у нас конфликт интересов. Мы живем долго, но нас немного. Король или бродяга, разницы нет. Сборни! Мы поговорили немного. Господа, со мной! Вперед! Со славой! Я обещаю тебе легкую смерть. Может, ты не заметил, но мои войска уже в городе. Осмотрись вокруг. Тут может быть тоннель, какой-нибудь подкоп. Поищи его. Мои люди тебе в таких делах не чета.